Продавцы в защитных масках и перчатках, антисептики для покупателей. Осенние ярмарки в этом году пройдут с нововведениями. Управление торговли и услуг Могилевского облсполкома скорректировало правила организации и проведения овощных базаров с оглядкой на пандемию. Первые ряды в Бобруйском районе заработают в середине сентября. Точную дату и места продаж вскоре определят в горосполкоме. На осенних ярмарках традиционно представлен полный ассортимент сельхозпродукции от фруктов и овощей нового сезона до мяса, рыбы и саженцев.